Всем, друзья, привет! Сегодня хочу вам показать, как выглядит садовая земляника крупноплодная королева Елизавета 2. Она действительно свое имя носит не просто так, королева. Действительно, она выкидывает очень много бутонов. Ягода у нее крупная, этот сорт ремонтантный. Вырастает ягода крупная. Здесь уже вот показываю сейчас на данный момент, смотрите, сколько уже бутонов. Бутон за бутоном выкидывает. И также посмотрите, какая крупная ягода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть бутонов сейчас на данный момент. И это не предел, она все время будет выкидывать и выкидывать их. Вот так вот сейчас покажу на примере этой ягодки, как выглядит. Это у нас ягодка, в принципе, средняя. Вот от такой ягодки до вот такой ягоды вырастает королева Елизавета 2. Сорт для дачников просто шикарный. Для коммерческого использования этот сорт не совсем подходит, потому что эта ягода долго не хранится. Она мягонькая, но также она очень сладкая. И вкус у нее очень приятный. Листва, друзья, по листве хотел сказать, как вы можете видеть, куст небольшой, на самом деле куст вырастает больше. Эти кусты я уже лечил. Они были у меня, когда на размножение поставлены, там была загущенная посадка, там в них образовался, точнее появился земляничный клещ. И вот этого клеща я пока не вывел, то есть больные листья я их потом удалил, которые уже были поражены клещом. Сейчас уже новая свежая зеленая масса растет. Ну, вот по ягоде все это видно. Вот так вот, такая вот шикарная крупная ягода. Как я уже сказал, если для продажи, это для быстрой продажи. Но ягода, конечно, она очень много выкидывает цветоносов. Очень много можно ягоды собрать с одного куста. И сейчас, друзья, на данный момент у нас 1 сентября. День знаний. Всех поздравляю с этим праздником. И чтобы вы понимали, это уже осень. У нас регион Удмуртия. Для нас это уже достаточно поздно. Это уже новая посадка, это первогодка получается в этом году, буквально несколько месяцев назад этот куст появился. И вот так он уже разросся, и так вот выкидывает бутоны. Если это было бы посажено раньше бы, с весны, то, соответственно, сами понимаете, уже намного больше бы куст этот отдал. Ну вот, друзья, вот так вот выглядит сорт королева Елизавета 2, на этом у меня все. Всем спасибо большое за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!